В Баку состоялась церемония открытия программы «Erasmus+», в рамках которой 90 участников из разных молодежных организаций мира проведут встречи с уже бывшими беженцами и вынужденными переселенцами с ранее оккупированных территорий Азербайджана. Также пройдут встречи с местными и международными структурами, работающими с мигрантами. В ходе тренингов, проводимых в рамках этого проекта, международным участникам на основе опыта Азербайджана будет предоставлена информация об интеграции беженцев и вынужденных переселенцев в общество и их последующая адаптация, о пакетах социальных услуг и других льготах, предоставляемых этой категории граждан. Также будут организованы дискуссии о мультикультурализме в Азербайджане. Безусловно, поездка представителей международных молодежных организаций в освобожденной от оккупации Зенгелан, встречи, которые они проведут в Азербайджане, будут способствовать формированию позитивного мнения о стране. Проведение мероприятий международного значения играет большую роль в деле донесения правды об Азербайджане до мировой общественности. Великая победа, одержанная нашей армией под руководством Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами президента Ильхама Алиева в ходе 44-дневной войны, подарила азербайджанскому народу большую радость и гордость. В результате освобождения азербайджанских земель появилась возможность возвращения вынужденных переселенцев в их родные города и села, началось великое возвращение.